срабатывал с эффектом пружины. На круговой удар ногой в голову вы отшагиваете назад, выставляя вперед руку, и заблокировав его ладонью, с силой опускаете ногу в сторону на пол, так, чтобы противника закрутило и он потерял устойчивость. И в этот момент вы резко сближаетесь с шагом сзади ноги и ударом передней руки сбоку, блокируя при этом его ближнюю руку. Выполняйте на максимальной скорости, как одно движение.